Приветствую всех. Продолжаем карьеру Grid 1. И Япония. Чемпионат GT 1. Волк GT Series. Шибуя Куртама. Ну гоу. Гоу. Едем. Сильнейший противник, лучший гонщик. Это чемпион прошлого сезона. Разумеется, в этом сезоне чемпионом будешь ты. Пять кругов. Снова комп люто дико тормозит в поворотах. Когда можно пройти быстрее. Так, а где всякие ламбы, Солина? Астон Мартин видел я. Вот это мне нравится. Ты на первом месте. Ну, в принципе, круг не особо тут и длинный. Я бы даже сказал, довольно короткая трасса относительно. Если знать ее, как проходить идеально, она быстрая. Так, и вот он круг, да? Отлично, да. Профессор. Это твой лучший круг на данной трассе. Ой-ой-ой. Интересно, за что я там зацепился? Прям непонятно даже. За текстурку. Никак иначе. Угол такой поворота хороший. Надо позже начинать поворачивать, поворот, заходить. Вернее. А то резко сразу начинаешь поворачивать быстро, и он втыкается. Тут же. В той серии был заезд на Форде, прототип, мне он так понравился. Будет, конечно, нелепо и глупо, если больше гонок не будет на таких прототипах. Это получается, добавили в игру машину, чтобы на ней одну гонку пройти, один чемпионат, и больше на ней не ездить. Типа как та дисциплина на выживание, один раз проехал и все. Разыграемся маленько. Все, финиш.
Ура! Первое место! А нет, вон есть. Салин. Ну, естественно, подавляющее большинство на Кёнигсак едет, кто бы сомневался. 2, 4, 6, 2, 4, и всего двое на Астоне. А где ламбы, блядь? Странно, конечно. Сделали бы, вот мы, например, на Кёнигсагах идем, да, потом на ламбах идут, на Салинах, на Мартинах. А тут половина участников на Кёнигсаг, остальные вон на чем попало, блин. И нет ни одной ламбы. Странно. Напарник шестой, тоже странно, но не перестает удивлять. Хайер почти 100 тысяч приносит, офигеть можно. Этот гонщик занимает полпозицию. Постарайся обогнать его. Свершилось чудо. Я второй стартую. Не может быть. Не верю своим глазам. Направо, чувак, уйди направо, а? Направо уйди. Вырежу его в повороте. Все. Шесть кругов. Ну трасса-то быстрая, что тут ехать. Отлично, профессор. Отлично. Новый личный рекорд. О, пожалуйста, пожалуйста, гравий. Здравствуй. Я забыл уже про тебя. Убогий ты гравий. Убожественный. Просто. Легкий зацеп. Все, машина разворачивается на 180 градусов. Не смейте даже цеплять его. Ты вышел в лидеры гонки. Ни траву, ни гравий в этой игре. Иначе это флешбеком все кончится. Рекорд? Все идет как надо. Тут на поребрик заехал, зацепил его все же маленько. Ну вот да ладно. Осталось три круга. Осталось 5 минут. Ты только что побил рекорд круга, так держать. Я знаю. Благодарствую. Классно едешь, так держать.
отличная победа и машина цела. Вот такой вот заездик. Ха, напарник не перестает удивлять. Он четвертый, по-моему, пришел. За 20 тысяч. Ой, блядь. Каждую серию удивляюсь просто. Ну, ничего не поделаешь. Я в ахере. За миллионы напарники приходят последние. Обогнав этого парня, ты выйдешь на первое место. Вот так. Прямо позади тебя! Чью-то машину развернуло. Похоже, это Лайм Мерф. Ну, это тот чувак, которого мне и сказали обогнать. Его развернуло там. И что, он сошел, что ли, или что, я не пойму? Так держать. Ты вышел в лидеры гонки. Это вроде реверс той трассы. Поворачивай, господи. Чё? Чё он? Так, не затормозил. Тормозим. Я что-то думал, хватит, ну, поворота, да? Не хватило чуть-чуть. Вытащила машину. Да, все же для Кёнигсега такие трассы не годятся. Для его нрава, так сказать. Для этой машины надо более скоростные треки. А этот для закрытый там. Для каких-нибудь слабеньких туринговых тачек. Но не для таких сумасшедших машин. Неправильно чемпионаты настроены. В основном. Жаль, нельзя свою руку приложить к этому. Грамотно чемпионаты выстроить цепочку или модификацию сделать в этой игре, да? Добавочные чем-то какие-нибудь. Я тут сделал бы. Но трассы нужны дополнительные. Слишком трасс мало. Официальных, я имею в виду, нормальных лицензионных трасс, которые существуют в реальной жизни. Тут есть Донингтон, два конфига. Это последний круг, не расслабляйся. Ты идешь к победе. Спа есть, Нюрбургринг есть. Один. По-моему, тоже с парочкой конфигов. Истанбул парк есть. Короче, 4-5 раз, я так понимаю, вообще. И все. Всякие Шибуя, Кутамы, это я в счет не беру. Локальные вот эти вот. И то я что-то не уверен, что эти трассы вообще есть в реальной жизни. Загуглил, я посмотрел Ford. Прототип. Очень крутая машина. Очень классный звук движка, мне понравился. Встречайте победителя. Ну что, сделай этого на Салин. Напарник шестой. Молодцом. Четвертый, шестой. Самый дешевый чувак берет места, блин.
Тынь. Четвертый заезд. Этот гонщик за ним. Вот шибуя снова. Те же на манеже. Скукота из-за этого. Из-за того, что разнообразия нет. Машины-то тут ладно, еще нормально едут. Относительно. С натяжечкой сгодится. Ты у меня в зеркале. Это ведь но ты, трассы да? одинаковые. Это не... Это пиздец, конечно. Кому-то может похуй, кто-то может любит на одинаковых трассах постоянно ездить. Одну из машин занесло. Это Роберт Нон. Так и знал, что он окажется там. Так держать. Ты вышел в лидеры. 8 гонки. Кругов. А, ну вот круг. 3. Нормально. Пытался в андерграунд поиграть в первый. Ну как пытался? Пытался установить нормально под современный лад, так сказать, чтобы на разрешение там было более-менее с фиксом. Вылетает игра. Всякие текст эды, хуеды, все эти программы сторонние, которые вместе с ним идут. Отлично, профессор. Блюдство полное. Новый личный рекорд. Почему не сделать, например, нормальную модификацию, где нету всяких этих дополнительных файлов, блять, и так далее. Взял человек, скачал, установил и поиграл. Через лаунчер установил все. И все. Вот ко второй части побольше модов, конечно. Все идет как надо. Что-то не хочу я в нее катать. Столько танцев с бубнами с этими играми, это просто пиздец, чтобы установить и поиграть с нормальной картинкой более-менее. Это охуеть просто. Решейды, блядь. Окей, профессор. Осталось 3 круга. Те файлы туда, то сюда, блядь. Не получается у меня почему-то все устанавливать как надо. Долбался, блин, нифига. Едем нормально. В этой игре, несомненно, гигантский плюс, что тут нету всяких читерских способностей у ботов, которые тебя догоняют за 2 секунды моментально. Классно едешь, так держать. Насколько ты скилл у тебя, настолько ты и будешь ехать. Будет определяющим гонка. И никакой бот тебя не сможет за 2 секунды догнать, если ты идеально едешь, так скажем. Отлично, профессор. На впереди идущего внимания не обращаю. Он отстает на 1 круг. Вот видите, то, о чем я говорил. Играйте, ребят, нормальные игры. Мы вам совет. Ты победил и в гонке, и в чемпионате. А если бы была тут квалификация, то вообще было бы отлично. Так, напарник пришел 5-й. 5-й, 6-й, 4-й. Отлично. Просто пиздец, блядь. Он 3-й в итоге по очкам вышел. Красава, блин. Для такого, как он, напарника, самого дешевого, блядь, он реально охеренно проехал. Молодцом. А куда все очки эти дают, дают, что еще там открывается? Поздравляю, вы принесли нам большую сумму денег. Что-то еще, что ли, будет открываться или что? Очки дают постоянно. Куда они уходят? Так, команда, спонсоры. Туда 52, 53 место. Пятое место. Вот эту давай поставим. Да.
Так, итак, что, финалем Японию, да? Да, прототипы. И тоже, сука, 4 трассы. Блядь. Если вы хотите участвовать в гонке, вам нужен автомобиль. Нет, стоп. Ноль аварий, нету, да? Все, тогда покупаем новую. Берем Мазду, потому что я на ней катался в Assetto Corsa, она мне очень понравилась. Это отличная машина. Nissan не ездил на нем, видел только его. Это твой главный соперник. Он был победителем в прошлом сезоне. К машине надо привыкать, вообще она просто другая по сравнению с тем же Кёнигсагом. По-любому уйдет время на это. Так держать. Флешбеки, все дела. Безумная тачка. Мне кажется, она быстрее Кёнигсага, да, она быстрее, чем он. Поздравляю, ты установил новый рекорд круга. Офигеть, а. Дворник, какого хрена ты здесь, блядь, делаешь? Уйди нахрен, блядь. Как мешает он, а? О боже, как он мешает, а, этот дворник. Какого хрена он так завис? Какая она сумасшедшая, я, блядь, пальцы вспотели, реально. Отличная победа, и машина цела. Фух. Да, это да. Машина цела, ну, о, он шестой, офигеть, блин, красавелла. Я стараюсь аккуратно ехать, это комп начинает тараниться, блин. Мне кажется, что эти Mazda быстрее, чем Ford тот прототип. Смотри, как он будет проходить эту трассу, а потом обойди его. Угу. Два круга. Ну как вот ехать?
аккуратно. Так, сейчас затормозил. Хотел обойти нормально. Сзади кто-то поддел. Ну, блядь. Ну, вот сейчас опять то же самое. Видите, что происходит? Нельзя в эту игру играть. Как это? Аккуратно ехать. Потому что в тебя 100% врежутся. Так как здесь прописан искусственный интеллект очень плохо. Они едут по скрипту, в поворот заходят. Будешь ты там или не будешь, они в тебя врежутся. Никто не будет тормозить или пропускать тебя. Вот это вот, конечно, печально. Классный слепстрим. Не люблю я врезаться, аварии какие-то делать, блин. Поэтому вот эти вот... Вот как надо обгонять. Удары соперников. Мне просто как по этому. Ну, спасибо. Спасибо. Может, повреждение отключить, доехать, врезаться и мозги не ебать. Реверс той трассы. Разнообразие просто прет, блядь, из всех щелей. Сырая игрушка. Мой вердикт. 7 баллов из 10. Сырая. Абсолютно. И никакие DLC ей не помогли, потому что их нет, по факту. Их нет. Где Бугатти, где остальные? Нету ничего. Все дополнительные DLC, которые ты там... Их, по-моему, надо было докупать в то время. Это сейчас можно скачать. Вот. По факту ничего в игру не привносили. Час поиграл. Несколько новых машин. И одна трасса. В австралийском. Часик поиграл, покатался, попробовал тачки на этой трассе. Все, куда бабки заплатил? Зачем? Что? Нелепейшее просто дополнение. Я-то надеялся, что тут расширится как-то игра, блин. Какие-то чемпионаты появятся. Новые трассы там, на новых машинах там. Не. Ничего этого нет. Ну, вот боту больше прописали. Криптов. Вот он едет за мной. Не отстает. Меня еще не привык. Вторая гонка. И трассу эту ни хрена не знаешь. И тачку. Естественно, она сильно отличается от Ассета. Она нереально легкая здесь. Просто машина очень легкая. Пушинка. Так, конечно, быть и не может быть. Слишком легкая. Дворник опять, гаденыш. Ну, проходим трек. Отличная победа. Жду не дождусь повтора. Что там порезан? Напарник пятый пришел. Снова тащит, блин, красавчик. Ну, плюс хоть машины быстрее относительно стали уже. Он даже сейчас деньги какие-то сделал. Красава. Этот гонщик сейчас на своей. Понятно. 7 кругов. А, это где в прошлом чемпионате на Кёнигсеге тоже я тут ехал. Ну, типа Япония, да, японский чемпион. О! Япония, добавьте Сузуку. Пару конфигураций. В чем проблема, блядь? Нормальная трасса, отлично. Почему не добавить? Непонятно.
Причем ее переделывали, она и старого года есть, ну, более там новая. Вот это мне нравится. Конфигурация. Ты на первом месте. Ноунеймовские какие-то треки добавляют вместо этого. Я третий! Я третий! Я понял. Третий, блядь. Я в шоке, блядь, с него. Не может быть просто. Он еще улучшает свою позицию. Там где-то он далеко крутит. Мазда это лучше, чем Кёнигсек, само собой. По всем параметрам. Ты только что побил рекорд круга, так держать. Так, или едем? Едем, нормально, ладно. Пожадничал скоростью, мой косяк. Окей, профессор. Осталось пройти 3 круга. Да, и потом, походу, будет реверс, да, этот раз. Что, скорее вот всего. Черт, я на последнем месте! Не... Что? Блин, вот это да. Где он там запоролся, интересно? Ехал третий. Спустя 1 круг он на последнем месте. Сглазил я чувака. Ну ничего, бывает. Много маневренности не хватает этой машины, чуть-чуть. Вообще цены не было. Она бы как формула бы летала бы, серьезно. Все идет как надо. С прижимухой проблем нет. Вот это мне нравится. Ты на первом месте. Залагал, что ли, ты, дружище? Я на первом месте уже 77 круг уже. Хорошо прошел сейчас. Победа! Да уж. Но все равно, смотрите, ехал на третьем, скинулся на последнее, поднялся на 7. Он очень быстро отыграл позиции, очень быстро. Буквально за 2 круга он с последнего, ну, был третьим, потом последним. Это все примерно в 3 кругах. Охренеть, блин, он крутит, конечно. Последний трек. И, конечно, заванговал. Это у нас реверс той трассы. Охрененно. Всего 2 трассы, но 4 заезда. Косяк. Вот поэтому 7 баллов. Никаких реверсов. О боже. Это что было такое? Это что было такое? Делаем рестарт. Хотел стекло, чтоб вылетело, нет. Ну и, блин, 8-й, сука. Приезжаешь 3 гонки первый, 8-й, блядь, стартуешь. Охуеть, просто. Это такой дебилизм, просто максимальный дебилизм. Ребят, в любом чемпионате гонщик, который лидирует, занимает, приходит первый, блядь, в 3 гонках. Он не может стартовать. Последний или середине. Он стартует первый, блядь. Есть квалификация. Далеко ходить не надо. Так же.
специальные шины квалификационные даже есть. Отлично, ну, блядь, ну что за хуйня, отлично. А? Новый личный рекорд. Так напрягает это, вот серьезно, блядь. Это больше всего напрягает. То, что ты стараешься, проходишь круги первый. Отлично. И стартуешь последний потом. Блядь, это похуй на соперника, похуй на напарника глупого. Но вот это, блядь, это самое дно максимальное. Тут ты обязан, блядь, стартовать где-то в середине или в конце. Нахуя так сделали? Пиздец, это, блядь, настолько занижает просто ценность игры. С ума сойти просто можно. В моих глазах это... Если бы я ни в какую игру не играл, гоночную, чисто вот в эту играл, я бы, наверное, думал, что так надо. И не видел ни одного чемпионата. Даже по формулам, блядь. Но я знаю, что так не делается. И как правильно должно быть, блядь. Ой, отлично, пиздец. Отлично. Новый личный рекорд. После трех пройденных идеально, блядь, трасс, придя на первом месте, ты стартуешь, блядь, девятый. Это охуеть, просто охуеть. Я должен и обязан был стартовать именно первым. Но этого не происходит. Не могу я это закрыть на это глаза, не удивляться этому, не могу. Автоматически просто это не принимает мой мозг, что вот так происходит. А и как должно быть. На это нельзя закрывать глаза. Да, машины тут все подряд крутит на вот этих поребриках. Только ты зацепил одним колесом. Съехал, машину закручивает. Не знаю, насчет Skyline полноприводного, будет с ним такое или нет, ну, может и будет даже. Надо моды посмотреть, может есть там моды, которые физику меняют, ну, и так далее. Попробовать потом будет за кадром покататься. Может, квалификация будет и так далее. А то я не смотрел даже. Я скачал DLC, вот эти, которые есть. Ну, думаю, окей, сейчас игровую это расширит, будет классно кататься. Новые тачки. Ага, ничего. Я показывал, могу еще раз показать, если надо, что у меня установлены эти дополнения все. Сейчас закончим чемпионат, я все покажу. Дебильная конфигурация, вот это вот реверс. Мне она вообще не нравится. Не знаю почему. Хоть и это же трасса, мне нравится просто обычное направление трека. Везде, в любых трассах. Мне реверсы не принимаю просто вообще никак. Ты победил и в гонке, и в чемпионате. Никто реверс и не едет, блядь. Четвертый напарник пришел. Ни в одном чемпионате. Ни в Лимане, нигде. Это не было и быть не может. Дойдем до автоспорта грида. Там нету никаких реверсов. Отлично, профессор. Великолепно. Наши доходы так, растут. Можно купить уже ту Audi R10. Так, мы Японию сделали. Выступление за другие команды – отличный способ заработка. За участие в каждой гонке вы получите фиксированную сумму плюс бонусы за выполнение требований команды. Но ваши победы никак не отразятся на вашей репутации. Вертекса первое место. Давай поменяем. Берем Вертекс, да, неплохо. 24. Так. Приготовьтесь, открывается новый сезон. Что там, дебилы будут? Да.
ехать или не ехать с ними, тратить время на это. Поехали, если гонка там один круг, что-нибудь, я сейчас смотрю, 40 минут уже идет серия. Если быстро, то скатаемся. Если там 5 кругов или что-то еще там ехать, не буду, нахуй. Равен вест, отличная ком. Один круг. А, ну то есть сначала я его догоняю, потом он меня, да, это... Надеюсь, тут одна гонка, и потом не надо будет стартовать еще раз здесь. То есть она будет чуть подлиннее. Но одна. Надо будет, если не забуду, заезд на Мазде этой запишу в Assetto Corsa. Ну, там, естественно, вот этих ноунеймовских трасс нету. Там только лицензионные трассы, которые есть в реальной жизни. Там они есть. Причем разные конфигурации. Например, в 78 году там у трека была одна конфигурация. Например, была шпилька там или там две шиканы. Уже там, например, в 2010 трасса переделана. Там уже, например, только шикана осталась одна. Ну и так далее. Вот. Вот это я понимаю конфигурацию, но никаких, ребят, реверсов и близко нету. Это просто такой дебилизм вообще абсолютно. Ехать эту же трассу в обратном направлении, ну что это такое? Халтура это называется, вот. Это называется халтура и халява. Раз не в состоянии сделать, блин, нормальный трасс Codemasters. Ну я надеюсь, в Grid Автоспорте такого не будет. Я посмотрю по контенту. Отличная гонка, с победой. А, все, да, с победой. Ну все, 11 секунд проиграл. Ну, в чем тут говорить, лох. Я и то очень сильно ехал, осторожничал. Понятно. Так, следующее соревнование у нас идет, это Евро. Вот идут прототипы, выносливость и выносливость. Тут я смотрел, тут, по-моему, и более-менее интересные чемпионаты будут. Тут будут лимановские состязания. Вот она. А, тоже Nissan и Mazda, ну, это ладно. На выносливости LMP2, LMP1. Все, окей, здесь тогда и продолжим. Спасибо всем за просмотр большой, всем пока.